Привет, снимаю сегодня для вас влог очередной. Я знаю, что вам очень нравятся влоги, поэтому стараюсь их часто для вас записывать. Сегодня я еду на кастинг на обложку журнала «Лиза». Конечно же, попасть на эту обложку для меня не принципиально важно, но все равно хочется попробовать, а вдруг, да? Сегодня еще мне позвонили с почты, сказали, что 1 000 000 посылок доставили. Подхожу к кастингу, все такая нарядная, в веночке, красные губы, как всегда. Опять меня судьба привела в чайхану номер 1. Где день рождения было моей подружки, снимаю свой аутфит. Не знаю, без веночка как-то все равно простовато. Все-таки на обложку. Полосатая рубашка, классика. Бойфренды, кстати, да, вот такие. Бойфренды. И вот у меня такие туфли с таким каблуком прикольным. 20-е по счету. Знаете, хочу вам сказать, что Лиза — это в Казахстане единственный журнал, который, можно сказать, берет на обложку простых девчонок. Если я не подойду на обложку, то, может быть, подойду для стрит-стайла. Они будут фотографировать еще для журнала. Кастинг закончился, и сейчас я еду за посылками. Слушайте меня, эта песня повсюду преследует. Сейчас покажу вам два прикола. Первое — это то, что творится на моем заднем сиденье. Это означает, Женя получила 3 посылки. И прикол номер 2. Меня все часто спрашивают, как ты ездишь за рулем, если ты надела каблуки. Так я вам покажу, как я езжу сейчас. В общем, примерно вот так все это выглядит. Одна нога в носочке. Ну что же, ребятки, пока я дома, хочу вам быстренько показать посылку, которую мне доставили с сайта Choice. Быстренько-быстренько, с примеркой. И вот начнем сразу с этого топа. Прикольный принт с ромашками. Правда, он, конечно, немного несуразный. Вот видите, как бы такой чересчур, мне кажется, свободный. И рукава здесь такие широкие. Следующее на мне — джинсы на завышенной талии. Плюс, конечно же, ко всему, попочка моя не совсем уж такая худенькая, да, не плоская. Поэтому джинсики таким образом на мне сидят. Но мне, в принципе, очень нравится. С этого же сайта очень классные очки. Конечно, модель такая необычная. В розовой оправе, черные линзы, да, но они очень легкие, абсолютно не давят на виски. Теперь я хочу показать вам 2 купальника, которые тоже очень круто смотрятся на фигуре. Вот этот купальник — копия агента Провокатюр. Очень он классно и сексуально смотрится на фигуре, на самом деле. Конечно, с внутренней стороны здесь не совсем ровные швы, да, но снаружи швы все ровные, даже ни к чему не придраться. Я заказала его в M размере, но я не знаю, как он будет смотреться на большой груди. У меня небольшая грудь, и как бы на моей груди он хорошо, в принципе, сидит. Второй купальник — копия Victoria's Secret, видите, буква V. Очень он тоже красиво, здесь завязки, то есть вы можете регулировать размер вашего купальника. Могу вам смело их советовать, рекомендовать, они очень крутые на самом деле. И следующая удачная покупка — комбинезон очень яркой расцветки, здесь синий и красный цвет вперемешку, к нему идет поясок, оно очень стильно, красиво смотрится. Я надену его немного попозже, в конце видео вы увидите, я буду собираться кое-куда. Следующая покупка была свитшота с такой красивой сексуальной телкой, которая языком снимает кольцо с гранаты. Следующий свитшот тоже с этого сайта, нежный расцвет. Я немножко не поняла, может быть, я неправильно посмотрела, но на сайте было написано, что это был вообще костюмчик, и к нему были леггинсы. Я заказывала костюм именно. И когда я развернула, то там оказался только один свитшот. Я буду сейчас разбираться, смотреть. Может быть, это я неправильно увидела там надпись или что. И последняя покупка с этого же сайта, тоже на завышенной талии, брюки. Такой необычный расцвет. Сейчас эта расцветка очень модная. Взяла поэкспериментировать. В принципе, я себе такую одежду еще никогда не брала. Размер напишу ниже, не помню. Либо M, либо L я заказала. Он очень приятный, легкий. И вот посмотрите, идеально сидит на фигуре. С таким пояском. Очень классный комбинезон. Еще такой модный. Все, короче, поехала я в караоке. Нашла коса на камень, идет война на памяти.